Всем здорово. Ну что у нас изменилось в нашей мастерской? Ну, сейчас покажу вам, что изменилось. Писали там многие, что говорит, у тебя там деревенская мастерская, ё-моё. Ну да, у нас-то в Харькове все тут деревня. Собственно, переехали мы из того маленького-маленького офисочка. Так-то он остался, там иногда мы сидим тоже. Вот, собственно, вот так вот сделали маленький магазинчик. Тут мы как бы и еще и гироскутеры эти ремонтируем. Видео, кстати, по ремонту можете посмотреть. Так вот. Тут раньше бар был, а теперь мастерская. Собственно, маленькая экскурсия. Вот так вот. Здесь вот моя комнатка, где я мастерю, где я ремонтирую. Все, в принципе, по-старому. Старая моя паялочка. Блок питания поменял я. Вот такой вот взял себе. Ну, конечно, не супер, но ничего. О, видно, да? Реагирует. Снимаем-то на телефон. Второй столик. Тут у меня вот нагреватель такой, сепаратор. Собственно, вот так вот. Вот так вот живем. Вот так вот развиваемся. Вон там Ира сидит за компьютером, что-то там она Да. делает. Важное очень. Стартовый пакет он продаем. Короче, продаем все, что можно продавать в этой сфере, ремонтируем. О, есть у меня еще вот комнатка одна. О, куточек покупца. Все, как бы, документы все в порядке. Все делаем. Спасибо там моему товарищу, который занимается бухгалтерией. Кстати, если кому-то что-то будет по бухгалтерии нужно, пишите, дам контакты, решают любые вопросы. Ну, собственно, вот так вот магазин-мастерская развивается. Начали собирать еще майнинг фермы. Да, майнинг фермы потихонечку идут. Видео тоже можете о них посмотреть, там есть парочку. Ну, собственно, вот так вот. Так живем, так работаем. Всем спасибо и до новых видео. Пока.